Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Денис Ковалев. И сегодня, в течение ближайшего часа, мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами, будем обсуждать актуальные темы. Конечно, мы продолжим разговор о катастрофе на Каховской ГЭС. Также мы поговорим о том, что происходит в затопленных регионах. Вы также можете задавать свои вопросы, делать это с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Дозванивайтесь до нас, номер появится на экранах в ближайшие секунды. Бои в Белгороде, наступление ВСУ — это также те темы, которые мы планируем сегодня обсудить. Ну и в ближайшие минуты наш режиссер постарается связать нас с советником Офиса президента Украины. Михаил Подоляк обещал выйти с нами на прямую связь. Мы зададим ему вопросы в прямом эфире. Вы тоже можете это делать, поэтому звоните и дозванивайтесь. Ну и сразу напомню, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка закреплена сверху в комментариях. Точнее, сейчас будет. И вы можете там кликнуть, выбрать и подписаться на телеграм-канал, который работает 24/7. Там мы вас тоже информируем о происходящем. Пишите, комментируйте. Я вижу, что зрители активно к нам подключаются. И также, да, уже приветствуют друг друга. Мы тем временем ждем включения с Михаил Подоляк. В ближайшие секунды обещал к нам присоединиться. И режиссер подсказывает, что связь есть. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте начнем с катастрофы на Каховской ГЭС. Есть ли у вас информация о том, кто за этим стоит, что это было? Ну вот какие-то последние подробности, которые, конечно, вы можете озвучить, если можете. Мы можем озвучить все, потому что на самом деле это все настолько очевидно, что я, честно говоря, не знаю, почему нужно играться вот в этот, знаете, такой странный медийный кампанию. Я не про вас сейчас, я в целом говорю. Вы знаете, стороны обвиняют друг друга в том, что вот произошел какой-то странный эксцесс на Каховской ГЭС. Смотрите, чуть больше года назад там туда зашли вооруженные силы Российской Федерации, и полностью под контролем российских вооруженных сил весь периметр с большим там радиусом находилась. То есть, грубо говоря, там находилась только российская армия. Там же находилась соответствующая инфраструктура ФСБ российского и так далее. Это все под контролем российских военных было больше года. Дальше, в октябре 2022 года, в октябре-ноябре 2022 года, когда шла активная кампания по освобождению Херсонской области, в частности, был освобожден город Херсон, мы говорили, что одним из технологий, публично говорили, тогда были разведывательные данные, о том, что идет минирование внутреннего пространства дамбы. Я сейчас перейду к техническим составляющим. Минирование внутреннего пространства дамбы, перешеек, там есть многие, так скажем, предохранительные перешейки, их 28 всего в Каховской дамбе, и каждое разрушение каждой из этого перешейка позволяет, в принципе, разрушить всю дамбу. Ну, то есть нужно определенное количество этих перешейков, перемычек, вернее, разрушить, и тогда вы получите возможность разрушить всю дамбу. То есть, грубо говоря, дамбу нельзя разрушить ударом авиационной бомбы, ударом ракеты одиночными и так далее и тому подобное. И теперь переходим к тому, что происходило в последнее время. Так, были некоторые удары в начале, это более там, года назад, еще раз подчеркиваю, танковые удары, артиллерийские удары, несущественный косметический ущерб дамбе. Дамба — это другого типа структурное сооружение. И, соответственно, сегодня ударов никаких не было. И было, на наш взгляд, разрушение, вот насколько мы предварительно знаем, разведданные нам дают, 11 из 28 основных перемычек. Это примерный объем, чтобы было понятно по расстоянию, это порядка 170 метров, внимательно, 170 метров внутреннего подрыва. У меня вопрос, Украина точно может зайти на охраняемый чрезвычайный объект, охраняемый жестко российским Росгвардией, армией и ФСБ, зайти и заминировать 170 метров, чтобы этого никто не видел, при том, что год назад это делала российская вооруженная группировка минирования. Поэтому, на наш взгляд, абсолютно точно подрыв внутренний осуществлен Российской Федерацией. Цели и задачи, которые они при этом решали, ну, можем там обсудить несколько позже, если нужно. Да, я хотел как раз узнать, вот если возможно, подробности того, сколько взрывчатки было задействовано. То есть, поскольку мы понимаем, что это огромное сооружение, вы как раз упомянули 170 метров. Есть ли у вас данные о том, сколько вообще взрывчатого вещества было задействовано для того, чтобы такое сооружение прорвать? Сейчас идет уже оценка, математическое моделирование. И я думаю, что наше главное управление разведки озвучит это, ну, потому что нужно посмотреть
полностью уже объем разрушенных конструкций как таковых, оценить в математическом моделировании, оценить примерный объем взрывчатки, которая была использована. Но речь идет о тоннах, ну, вернее, о сотнях килограмм взрывчатки, взрывчатого вещества, которое было, еще раз подчеркиваю, не сегодня заложено, не вчера заложено, а еще в октябре-ноябре 2022 года. И тогда и публично президент Украины, и мы на разных площадках, и наше разведывательное общество говорило о том, что Россия, как одним из сценариев, готовит подрыв Каховской ГЭС, дамбы прежде всего, для того, чтобы остановить продвижение украинских войск именно осенью 2022 года. Наши зрители в чате спрашивают вас, есть ли данные по точному времени взрыва, потому что обращают внимание, в том числе и некоторые независимые эксперты, что не слышали вот этого взрыва, который должен быть для того, чтобы, ну, собственно, дамба прорвалась. Поэтому появляются версии, в том числе в независимых источниках, что, возможно, повреждения были раньше, и уже к этому моменту просто они достигли критической точки, и дамбу прорвало. Вот есть ли у вас данные об этом взрыве, когда он произошел? И готовы ли вы озвучить? Время 2, по-моему, 40, 3.15, вот где-то в этот промежуток времени. И, в принципе, по-моему, там есть фиксация. Мы, опять же, смотрите, полное, скажем так, математическое моделирование закончено будет. Мы покажем момент, когда мы увидели, там, скажем, сейсмический, условно, сейсмический всплеск, ну, то есть, грубо говоря, взрывную волну уловили. И, соответственно, можно будет на основании этого уже делать все выводы и так далее. Просто, честно говоря, как-то странно, да, вот странная версия. Смотрите, год вооруженные силы, я, честно говоря, даже не верю в то, что у кого-то логика так работает. Да, смотрите, год вооруженные силы Российской Федерации контролируют дамбу. Большое сооружение, относящееся к критическим объектам. Видят, на якобы идет какое-то естественное внешнее разрушение. Внешнее разрушение. При этом Россия говорит, смотрите, эти территории внесены уже в нашу там конституцию, мы тут все контролируем тотально и не проводят никаких ремонтных работ, при этом выделяя гигантские деньги на оборонительные сооружения. То есть не возникает вопрос, а как это возможно вообще? То есть вы видите разрушение важнейшего объекта, который питает Крым, который питает Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую область с точки зрения мелиорации, который, в принципе, чрезвычайно опасен с точки зрения, потому что рельеф местности такой, что правый берег выше, левый чуть ниже, и, соответственно, основной сброс воды будет на левый, что мы с вами вчера увидели, и так далее. Не возникает резонный вопрос, это о чем говорит? Это о том, что Российская Федерация абсолютно нелепа, как страна? Да, я согласен, это аргумент. Но, честно говоря, сегодня рассказывать, смотрите, там было разрушение по естественным причинам, давление воды было настолько высокое, что оно могло сразу сломать гигантскую бетонную дамбу, и, соответственно, никто никаких действий не предпринимал. И как свидетельство показывает разрушение дорожного полотна, ну то есть то, которое, собственно, к конструкции дамбы имеет относительное значение. О целях. Вы сказали, что готовы тоже об этом поговорить. Какие цели преследует Российская Федерация, если мы говорим в данной ситуации о ней, прорывая дамбу и устраивая там вот эту катастрофу? Цели есть, скажем так, военно-стратегические, есть психологические цели, есть информационные цели. Давайте начнем с военно-стратегических. Безусловно, Россия сегодня не контролирует то, что происходит по линии фронта, то есть инициативы у них нету, анализа действий, которыми сегодня проводит украинская сторона, тоже никто не занимается полноценно. То есть они видят, что есть определенное наращивание интенсивности обстрела тыловой зоны российской оккупационной группировки, есть интенсификация действий, ну, скажем так, разведывательного характера для того, чтобы тестировать линию обороны в разных направлениях. И для того, чтобы минимизировать линию фронта, как им кажется, они подтапливают практически весь южный фланг, да, ну, большой объем территории, заливают водой, потому что находятся в состоянии такого аффекта с военной точки зрения и считают, что за счет подтапливания южного фланга они могут частично резерв перебросить на другие, более горячие, как они, ну, думают, направления, где может разворачиваться контрнаступление Украины. Ну, то есть, грубо говоря, укрепить за счет дефицита, у них все-таки, смотрите, несмотря на объявленную мобилизацию, несмотря на объявленную мобилизацию ресурса как такового, не только живой силы, но и ресурса, им не удается накопить достаточно, по их мнению, критического числа мобилизованных, критического числа ресурса на всех направлениях. То есть линия фронта 1800 километров, и для того, чтобы все контролировать в полном объеме, им нужно больше резерва.
Вот для того, чтобы освободить южный фланг, большой южный фланг, то есть там линию фронта, например, длиной там 450-600 километров, они, соответственно, устроили вот это подтопление, считая, что таким образом они смогут перераспределить свои дефицитные ресурсы. Это с военной точки зрения, и это абсолютно очевидная вещь. С информационной точки зрения повлиять психологически. Ну вот, во-первых, смотрите, закинули тему в глобальное пространство. Вот тут есть мнение, что обе стороны друг друга обвиняют. Украина могла совершить теракт, Россия, наверное, по природным условиям могла потерять дамбу. Вы понимаете, смотрите, какой нарратив, да, в некоторых медийных площадках. Если Украина, то мы обязательно могли проникнуть, где находятся базовые вооруженные силы России, то есть база, еще раз подчеркиваю, мы туда проникли и устроили теракт. Россия при этом теракт устроить, конечно же, не могла, но при этом вот небольшой паводок, наверное, сломал дамбу. То есть, грубо говоря, информационно они пытаются поиграться вот в эту тему, что Украина тоже нарушает правила и принципы ведения войны как таковые. И так далее, для того, чтобы перебить целый ряд информационных негативов. Россия сегодня одним из инструментов перехвата внимания считает ночные атаки по столице Украины. То есть ежедневно, практически каждую ночь, вернее, не ежедневно, а каждую ночь Россия использует оставшийся объем крылатых ракет, оставшийся объем баллистики много, дронов много, использует для того, чтобы атаковать центры городов, в том числе центры Киева. И вот для того, чтобы, условно говоря, перебить вот этот нарастающий эффект от убийства гражданского населения, потому что Россия сегодня уже не скрывает, что она просто атакует города для того, чтобы напугать общественное мнение в самой Украине и так далее. Вот она приводит такой пример информационной кампании под названием «Смотрите, теракт на КЭС». Нелепо, но тем не менее, часть медийных площадок в эту историю играет. Соответственно, сегодня масштабирование — это главный бич правдивой информации. Да? То есть ты берешь заведомо неправдивую информацию, масштабируешь ее, и таким образом ты так или иначе влияешь на глобальную повестку обсуждений. И третья составляющая — это психологическое влияние, попытка психологического влияния. То есть, смотрите, это должно было бы напугать Украину, с точки зрения, вот есть ГЭС, большая техногенная катастрофа, которая будет иметь несомненные негативные последствия в длинной стратегии, то есть и в краткосрочной, понятно, перспективе. Сегодня водой все затоплено, подтапливаются населенные пункты, надо эвакуации проводить. Но и в среднесрочной перспективе, смотрите, регион лишится воды, и не только питьевой воды, но и для сельского хозяйства как такового. Это основные сельскохозяйственные территории Украины. Соответственно, это рост, существенный рост болезней, это существенный рост экологических катастроф. Но вы видите, что касается рыбы, что касается животных и так далее и тому подобное. Это обязательное разрушение. В зоне подтопления находится, на мой взгляд, порядка 80 населенных пунктов. Не все, понятно, будут полностью затоплены, но некоторые затоплены полностью. На сегодняшний день 16, по-моему, населенных пунктов уже полностью затоплено. Подтоплены районы такого большого города, как Херсон, существенно. Затоплены такие, скажем так, населенные пункты большого плана, как Олешки, Голая пристань и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, большие отсроченные последствия очевидны. Ну и вот, соответственно, мы должны отвлечь внимание целого ряда воинских подразделений для проведения тех же мероприятий по эвакуации. Опять же, то есть, как бы это прагматичная задача по эвакуации населения. Вторая составляющая психологическая — это влияние на общественные мнения европейских стран. Ну, то есть, грубо говоря, Россия все равно продолжает играть в эту концепцию. Смотрите, бойтесь нас, мы беспредельщики, мы можем пойти на любые, неформально это говорится, это безусловно, Россия не говорит, что это мы подорвали. Но, тем не менее, подсознательно должно быть так, что, смотрите, война идет к эскалациям. Вот одно из проявлений использование ГЭС как неселективного, неизбирательного оружия, по сути, которое причиняет масштабный ущерб и экологии, и населению, проживающему вниз по руслу реки Днепр. И так далее. То есть абсолютно очевидные, понятные мотивы, которые есть у российской стороны. А знаете, главное здесь что? Россия понимает, что война будет идти до границ 91 года и, соответственно, в том числе до освобождения полуострова Крым. И поэтому все вот эти аргументы, что России там, невыгодно, например, терять воду для Крыма, на самом деле звучат нелепо, потому что Россия точно там не удержится. А вот для Украины, вы сами понимаете, разрушение инфраструктуры региона, который потом нужно будет
восстанавливать и потерять практически большие объемы сельскохозяйственных угодий, но это выглядит странно, по меньшей мере. Вот как раз эксперты и физики-ядерщики, с которыми мы говорили, там в контексте Запорожской АЭС, они сравнили эту катастрофу с применением тактического ядерного оружия. Нет радиации, но разрушение сопоставимое. Насколько уместна такая параллель, как вы считаете? Она абсолютно уместна, потому что не зря был в 1977 году подписан дополнительный протокол, первый протокол, в статье 56 как раз и говорится о том, что необходимо приравнивать вот использование подрывов ГЭС, ну в данном случае мы говорим о ГЭС, приравнивать к использованию оружия массового поражения как такового, потому что по последствиям, по масштабности, по, опять же, неизбирательности воздействия, то есть смотрите, здесь сразу воздействуют и на природу, и на экологию, и на животных, ну, условно говоря, и на домохозяйства как таковые, и на людей, и населенные пункты, и это все разрушается. Ну, то есть, грубо говоря, в любом случае, когда вода уйдет, а уйдет она, ну, в зависимости от развития ситуации, уйдет она от 10 там, до 14 дней, продолжительность от того, как вода уйдет. Вот когда она даже уйдет, последствия размывания. Есть кладбища, есть места хранения активных химических веществ и есть места хранения удобрений. Вы представляете, что будет с этой территорией и что будет с водой, которая дальше будет идти по руслу Днепра в Черное море? Ну, то есть, грубо говоря, безусловная большая катастрофа и воздействие на людей, которые там проживают, а в ареале катастрофы проживает по предварительным данным, порядка 100 тысяч граждан, ну, Украины. Они находятся по обе стороны, понятно, и по левую, и правую сторону Днепра, но тем не менее. То есть, соответственно, для 100 тысяч населения это существенная катастрофа, которая приведет к долгоиграющим негативным последствиям. Можно ли сравнить это с оружием, с применением оружия массового поражения? Безусловно, точно такое же воздействие на определенные большие территории. Появилась информация, ее публикует ряд российских телеграм-каналов, поэтому хотелось бы получить подтверждение или опровержение, если возможно. Тут есть видео, согласно которому последствия повреждения аммиакопровода Тольятти-Одесса в Купянском районе Харьковской области. Есть видео, где этот аммиак или предположительно аммиак распространяется. Ну, кадры такие действительно очень шокирующие. Что вам известно вообще об этой ситуации? Есть ли какие-то официальные данные по этому аммиакопроводу? Что там произошло? Двойной удар был. Это, по-моему, населенный пункт Матюхина в Харьковской области. Двойной удар, два раза Россия наносила удар, умышленный удар по аммиакопроводу. Действительно, это тяжелые последствия. Сейчас мы хотим получить уже полную оценку того, что там происходит. Все-таки структура населения измененная, да, но там идут боевые действия, то есть количество людей там меньше, но тем не менее. Россия умышленно наносит удары, и мы понимаем это, для того, чтобы создать, еще раз подчеркиваю, двойной эффект. Панические настроения не только в Украине, но и, соответственно, в европейских странах, показывая, что Россия будет идти в случае негативного развития, существенного негативного развития ситуации на фронте, будет идти на эскалацию вот такого типа. То есть, грубо говоря, использовать любые средства для масштабирования ударов по гражданскому населению, особенно в регионах, где эти удары будут наноситься. То есть мы имеем Херсонскую область, мы имеем Харьковскую область. Уже два инцидента, когда Россия применяет, по сути, используют удары неселективным, неизбирательным оружием. Используя для этого разрушение либо ГЭС, либо в данном случае мы говорим о аммиакопровод. Последствия действительно будут шокирующими. И хотелось бы, чтобы у нас наши партнеры, страны, перестали играть в эту игру. Еще раз подчеркиваю, например, о рисках, которые возникают по ГЭС, о рисках, которые возникают по любым транзитивным путям, но имеется в виду не только аммиакопроводы, но и, например, нефтяные пути, газовые пути и так далее. О рисках, которые возникают в связи с ситуацией на ЗАЭС, которая отключена от единой энергосистемы Украины и, соответственно, находится все время в аварийном рабочем состоянии, периодически теряя электроэнергию для обеспечения собственной работы, в том числе охлаждающих контуров, используя для этого генераторы дизельные и так далее. Мы об этом говорим с октября месяца, то есть нужно относиться к этому серьезно. Россия постепенно действительно заходит в состояние, когда у нее не хватает, собственно, военного инструмента для достижения тех или иных даже тактических задач. И Россия будет прибегать к любым возможностям для нанесения максимально жестокого удара по гражданскому населению Украины. Это, кстати, да. Я прошу прощения, это, кстати, очень странно. Но мне кажется, это же очевидно. Вы знаете, когда каждую ночь по вам летят 30 ракет, да,
крылатых, летят жилые дома. И ведь мы же, это же не какая-то война, которая находится в 70-е, 60-е годы, и газета там «Правда» сообщает информацию. Да? Ну, 16 тысяч аккредитованных журналистов в Украине. Ну, пожалуйста, вы снимаете, я имею в виду журналисты вот западных медиа, которые периодически публикуют странную информацию с отсылкой к анонимным источникам, да, что что-то Украина делает не так. Вот мы не понимаем, кто взорвал ГЭС. Но смотрите, ну вот если Россия наносит удар ракетой Х-22, опять же, не селективного, не избирательного действия, по жилому дому в Днепре, ну понятно, кто и какую войну ведет. Но можно уже сделать выводы, что Россия нарушает абсолютно все конвенции. Война для России неконвенциональная. Она умышленно идет на масштабирование жертв среди гражданского населения. Я не совсем понимаю, вот когда мы читаем, мы хотим провести расследование, кто ударил по Купинскому району. Украина, да, сама будет себя уничтожать. Это же ведь следование в рамках российской пропаганды. Вы помните, Россия в 2014 году заходит на Донбасс, подчеркиваю, устраивает там, опять же, геноцидного типа войну, локальную на тот момент. Примерно то же самое, что было в Буче. После этого в течение 8 лет говорит: смотрите, Украина сама себя бомбит. Ну, это же звучит нелепо. Но все делали вид, что верят в это. Вот сейчас хочется играть в эту... Ракету присылает в жилой дом. Западные медиа получают возможность снять людей, которые погибают, ну, имеется в виду либо членов семей, которые погибают, снять, собственно, место, куда прилетела ракета. Но при этом говорят: вы знаете, а мы не понимаем, кто устраивает войну в Украине. Ну, наверное, Украина сама разрушает свои объекты для того, чтобы увеличить количество жертв. Наверное, Украина сама отходит на территорию России и оттуда наносит крылатыми ракетами, которых у Украины нет, удары по жилым кварталам. Наверное, Украина сама взяла иранские дроны в объеме 1700 штук, запускает по своим городам. Наверное, Украина сама подорвала, не контролируя там расстояние в радиусе 100 километров военными силами, подорвала ГЭС, заминировав 170 метров внутри дамбы и так далее. Наверное, это делает Украина. Ну вот скажите, пожалуйста, это не звучит немножко странно? Мне кажется, здесь, если говорить вообще о западных журналистах, о журналистике как таковой, там ни у кого нет сомнений, кто начал эту войну. Это вообще вопрос, который даже не обсуждается. Есть конкретные даты, есть конкретные решения, есть конкретное, там, в том числе полномасштабное вторжение, если мы говорим уже о продолжении. Но есть и все-таки такие стандарты у журналистов, когда они не могут, даже если ты эмоционально очень хочешь, скажем так, сказать: да, мы знаем, кто это сделал, но журналисты обязаны какие-то вещи проверить, и они это проверяют. Ну, давайте вспомним, например, историю с Польшей, когда залетела ракета, и журналист Associated Press сразу сообщил, чья это ракета, а потом выяснилось, что там было не совсем так. Этого журналиста уволили, потому что западные медиа, они как раз очень дорожат тем, чтобы не оказаться, грубо говоря, сильно вовлеченными. Поэтому с точки зрения журналистики я понимаю, почему так иногда происходит. Но я отвечу, да, но здесь очень важно, вы хороший пример приводите про польскую историю с ракетой, но при этом нужно все-таки, когда ты говоришь, писать о причинно-следственных связях, да, очень важно. Нету атаки, ракетной атаки России, нету ракеты на территории Польши. Очевидно? Очевидно. Это очевидно, я с вами полностью согласен, да, в этом контексте. Ничего бы не было, если бы Россия не начала войну, это все понятно. Да, но когда ты говоришь о том, что, вы знаете, там ракета, наверное, противоракета с украинской стороны, у тебя контекст получается, что Украина намеренно что-то делает и так далее. А на самом деле намеренно делает только страна-агрессор. Намеренно. Вот она разрушает нашу гражданскую инфраструктуру, она наносит удары по нашим гражданским объектам, она наносит удары по объектам даже на тех территориях, которые оккупируют. Почему? Потому что у России тактика. Смотрите, очень просто ведь выйти к правильным выводам. Россия что сейчас делает на оккупированных территориях? Она прекрасно понимает, что война будет идти до логического, справедливого завершения. Ресурса, чтобы переломить ход войны, у нее нету. Последняя вспышка достаточно объемного, агрессивного наступательного потенциала была, вы знаете, где на Донецком направлении: Бахмут, Солидар, Марьинка, Часовой Яр и так далее. Там все закончилось. Ну, то есть, грубо говоря, там уже идут позиционные бои с взаимными атаками, но тем не менее Украина по чуть-чуть по флангам, например, того же Бахмута продвигается вперед и так далее. У России сейчас главная задача — уничтожить все на оккупированных территориях, оставить выжженную землю. Очевидно, что она будет делать для этого?
будет пытаться большие теракты осуществлять, в прямом смысле слова теракты, подрывая объекты критической инфраструктуры там, и пытаться на полном серьезе сказать: смотрите, мы тут год контролируем на расстоянии 100 километров от линии фронта, мы тут все подорвали, но это сделала Украина. Почему? Ну, мы просто вам говорим, а вы продолжаете это тоже делать. Вот это для нас выглядит так. Мы не говорим, что не нужно проводить факт-чекинг. Это очень важный параметр. Но надо хотя бы иногда логически точно понимать, куда ты хочешь выйти со своими выводами. Сказать, что природа разрушила дамбу, это сказать о том, что ты не понимаешь природу явления как такового. Вот не более того. И опять же, ты даешь сомнения для общественных мнений в разных странах, ты даешь почву для сомнения. А так ли все однозначно? Россия агрессор, да, но, наверное, Россия ведь ведет правильно войну, а вот Украина как-то неправильно ведет войну. Вот что порождает такого типа информация, когда, вы знаете, мы не можем дать ответ, кто все-таки взорвал дамбу Каховской ГЭС. У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, да. Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Ксения, я вам звоню из Нидерландов. Вопрос у меня заключается в том, что, ну, понятно, что из-за теракта всем несколько не до этого, но вчера продолжились слушания по делу Украины против России в Международном суде ООН в Гааге. Не в Международном криминальном суде, который тоже в Гааге находится, а в Международном суде ООН. И там речь идет, ну, в принципе, все о том же самом, это старое дело о применении Международной конвенции против финансирования терроризма. Речь идет о том, что Россия финансировала действия террористов из так называемых ДНР и ЛНР, и о применении международной конвенции об искоренении всех видов дискриминации. Речь идет о том, что на оккупированных территориях все нероссийскомовное население, естественно, дискриминируется. И вот украинская сторона выступала вчера, российская сторона будет выступать завтра, в четверг. Понятно, что это все длится там очень долго, нудно, большинству людей абсолютно неинтересно за этим следить, но это очень важный суд, это очень важные дела. К примеру, действия сербских военных впервые были признаны геноцидом еще до того, как был создан спецтрибунал, именно в Международном суде ООН. Офис президента Украины, тем не менее, вот кажется, с марта 2022 года, когда там Россия вообще не явилась на оглашение решения суда, ход дел в Международном суде ООН вообще никак не комментирует. У меня вопрос, почему? Да, спасибо, Ксения. Во-первых, дело очень важно. Я не совсем понимаю, почему не комментируем. У нас есть Министерство юстиции и Министерство иностранных дел, которые непосредственно занимаются этим. Они дают абсолютно внятные комментарии, потому что там есть две составляющие. Вы абсолютно правы. Мы хотим признания, несомненного признания криминальных анклавов под названием ДНР, ЛНР террористическими организациями. Это очень важно с точки зрения последующих действий по отношению, опять же, к объектам, юридическим субъектам, вернее, с регистрацией в Российской Федерации, которые ту или иную хозяйственную деятельность вели на территории ДНР, ЛНР. Ну, то есть с последствующими юридическими последствиями для этих организаций. Я имею в виду не ДНР, ЛНР. И вторая составляющая для нас очень важный этот судебный процесс тем, что он касается судьбы крымских татар, которых очень сильно ущемляют в целом ряде прав. Они получают 20-летние сроки. Это десятки уголовных дел, которые возбуждены на территории полуострова Украинского, полуострова Крым. Несомненно, и, конечно, для нас это очень важное уголовное производство. Тут другой вопрос. Я объясню, в чем проблема. Проблема в том, что постепенно меняется глобальное правосудие, оно имеется в виду международная система правосудия, она постепенно становится более объективной и более заинтересованной в том, чтобы справедливо разбирать подобные кейсы. То есть по умолчанию, я сразу скажу, Российская Федерация всегда пугала глобальную юрисдикцию. Ну, просто надо вещи, опять же, своими именами называть. И, соответственно, все время было либо не какой-то перенос рассмотрения, особенно там, где касалось вопроса вот, войны и мира, да, в Украине, то есть 2014 года, проблем 2014 года. Напомню, что точно так же по MH17, сбитию малазийского Боинга над территорией тогда уже оккупированной Донбасса,
Очень долго не принимались никакие решения, вплоть до начала войны. Вот только где-то в середине войны уже было принято решение по поводу людей, которые непосредственно являются участниками и исполнителями преступления по убийству 300, ну там без малого 298 людей, которые находились на борту MH17 и так далее. То есть мне кажется, что сейчас очень важный момент и в войне, и в принципе в глобальной юрисдикции в целом. То есть по мере правильной финализации войны глобальная юрисдикция будет действительно жестко относиться к тем или иным нарушениям или правонарушениям, и особенно если это касается Российской Федерации. И мы наконец-то получим большой объем объективных приговоров, которые так или иначе характеризуют то, что делала Россия на территории Украины в течение последних 9 лет. И отмечу, что вы можете, кстати, подписаться на наш телеграм-канал, ссылка закреплена под этим видео. Заходите, подписывайтесь, там мы тоже объективно и оперативно освещаем все эти события. Ну и вопрос про Белгород. Что, на ваш взгляд, происходит в этом российском регионе, потому что там периодически боевые действия, Легион Свободная Россия, РДК и так далее. Что вы можете по этому поводу сказать? Мы сейчас перейдем к РДК и к свободной, я с симпатией отношусь к этим, скажем так, военизированным образованиям, потому что они с альтернативной точки зрения на будущее России выступают и, соответственно, хотят эту альтернативную точку зрения масштабировать на территории России. Они граждане России, еще раз подчеркну. Да, безусловно, они имели отношение к нашим вооруженным силам. Часть из этих людей служила в так называемом иностранном легионе, ну, имеется в виду, подписывали краткосрочные контракты, имеют опыт боевых действий против российской же армии, но они, еще раз подчеркиваю, являются гражданами России и, соответственно, вправе на территории России так или иначе высказывать свое альтернативное мнение. Знаете, что мне важно? Мне важно другое. Вот все, что происходит в Белгородской области, это свидетельство того, что Россия очень быстро идет к так называемому статусу несостоявшегося государства. Оно имеет конкретные признаки обычно, да, то есть государство, которое долгое время себя позиционировало большим, стабильным и так далее, на самом деле показывает, что первое, оно не контролирует границы, внешние границы. То есть оно не контролирует границы с Украиной на территории линии фронта, ну то есть начиная от Брянска сверху, ну и вниз до, по сути, Краснодарского края, да, ну то есть имеется в виду и Белгородская, и Курская, и Ростовская области и тому подобное. Второе. Россия демонстрирует, что она не в состоянии контролировать уже часть территории. Да? Но это территории далекие от центра, но тем не менее эта территория не контролируется полноценно местной властью. То есть мы видим хаотические внешние проявления управленческих талантов господином Гладковым, ну то есть, грубо говоря, губернатором Белгородской области. Он находится все время в состоянии растерянности, он не принимает управленческих решений. И в принципе в России сегодня очень много людей, которые не принимают решения, а ждут, когда как будут развиваться события. Это говорит об утрате управляемости уже в ряде регионов. Третья составляющая, третий признак — абсолютное отсутствие внятной силовой вертикали на внутреннем рынке России. Это очень показательно, да? Ну, то есть, грубо говоря, у россиян забрали свободу, ну, то есть забрали право вести какую-то внутреннюю дискуссию, забрали право вести какую-то внутреннюю политическую конкуренцию взамен на то, что им гарантирует силовую стабильность. Ну, то есть, грубо говоря, безопасность у них будет на максимальном уровне. Сейчас мы видим на примере Белгородской области наиболее ярко Щебекинский район, там Таволжанка как город, что там никто никому никакой безопасности не гарантирует. И тут сразу четвертое. Россия находится в таком состоянии аффектизации, ну, то есть, грубо говоря, растерянности, что даже не может обеспечить для Да, есть ли у нас связь? Да, у нас зависание связи, но мы надеемся, что Михаил Подоляк нам вернется в ближайшие секунды. Такое бывает иногда, все-таки прямой эфир, мы работаем именно в соединении в рамках прямого эфира, поэтому вы пока у нас связь налаживается, можете дозвониться, задать свой вопрос, можете поставить лайк и можете, конечно, подписаться на наш телеграм-канал. Можете сделать это несколькими способами, в том числе под этим видео. Внизу в описании есть ссылка на наш телеграм, обязательно заходите и подписывайтесь. Но и если у нас связь сейчас, нет, пока Михаил отключился, возможно, какой-то технический сбой, но мы надеемся, что в ближайшие секунды мы сможем все восстановить. Пока еще раз всех приглашаю поставить лайк, можете, кстати, поддержать канал донатом, если у вас есть такая возможность, будем вам благодарны, это помогает Грэму работать. Да, восстановилась у нас связь, вот прервались мы в определенный момент, когда обсуждали ситуацию в Белгородской области. Да, продолжаем.
Возвращаясь к тому, то есть и, соответственно, Россия демонстрирует, что она абсолютно нелояльна к собственному населению, то есть она не способна обеспечить ему защиту, о чем мы немножко выше говорили, но в то же время она не способна обеспечить другие сервисные функции, которые присущи государству. Это своевременную эвакуацию, своевременное снабжение, своевременную модерацию процессов, которые разворачиваются в этих областях, для того, чтобы люди могли вывести детей, сами уехать и тому подобное. То есть это говорит о том, что государство российское на сегодняшний день абсолютно изнутри слабое, да, ну то есть оно имитировало для людей силу за счет вот этой агрессивной внешней политики как таковой, оно в принципе забирало у людей постепенно их права и возможности, но в итоге сегодня демонстративно показывает, что люди не играют для российского государства какой-то важной роли. И, соответственно, мне кажется, что это все процессы будут нарастать не только в приграничных районах, потому что смотрите, что будет происходить. Вот война идет сегодня уже на оккупированных территориях с точки зрения инициативы, которая находится у Украины. То есть Украина будет поддавливать, пытаясь одержать какие-то существенные тактические победы для того, чтобы обеспечить отрицательное наступление российских войск, но то, чтобы оно двигалось к границам России своим. И это будет масштабировать вот эти беспорядки, хаос на территории России. И причем это будет не только в приграничных, не только в Белгородской области, но также это будет и в Центральном федеральном округе. И мне кажется, что это будет особенно в Северокавказском федеральном округе, где, безусловно, много накопившихся вопросов, которые требуют какого-то публичного проговаривания, что ли, и так далее. Ну, кстати, про «Легион Свободная Россия» тут вопросов очень много. От наших зрителей спрашивают, все-таки есть ли какая-то координация с ВСУ или это абсолютно автономные подразделения, которые все-таки заходят на территорию Белгородской области с территории Украины? Вот как вы можете это прокомментировать? ВСУ выполняет свои задачи. ВСУ не координирует работу РДК и «Легиона». Безусловно, они, наверное, имеют возможность, ну, безусловно, с территории Украины они могут заходить, потому что они так или иначе базируются здесь. Еще раз подчеркиваю, мы с симпатией относимся к тому, что они делают, потому что они промоутируют альтернативную точку зрения, то есть они демонстративно обнуляют остатки репутации и Путина, и его окружения, остатки сакральности Путина, и его окружения. Это для нас очень важно, потому что это будет ускорять процессы внутреннего конфликта в самой России и, соответственно, опять же, изнутри ускорять финализацию, правильную финализацию войны. С точки зрения ВСУ, у ВСУ, еще раз подчеркиваю, концентрация ресурсов на своих направлениях. Для ВСУ единственная задача — это деоккупация, разрушение большого объема накопленных ресурсов Российской Федерации на оккупированных территориях. Я имею в виду, это склады, это топливные базы, это транспортные узлы и так далее. Есть чем заниматься, и ВСУ занимается своими программами. Мне кажется, что «Легион» сейчас выглядит гораздо более предпочтительно, чем это было в начале. Он показал системностью, то есть это уже не первый же заход, то есть это уже там, как, я там даже уже не знаю, со счета сбился, какой заход на территорию Российской Федерации. Мне кажется, что «Легион» растет количественно. Ну и, соответственно, «Легион», еще раз подчеркиваю, часть людей, которые входят в «Легион» и в РДК, они имеют опыт участия в боевых действиях на территории Украины в составе иностранного «Легиона». И, конечно, они могут выстроить самостоятельно абсолютно качественную логистику ведения локальных боевых действий. Что они, собственно, демонстрируют в Таволжанке, в Щебекино и так далее. Вопрос от Сергея, он спрашивает, у вас правда ли, что США наконец-то перестали возражать против того, чтобы Украина наносила удары западным оружием по территории России? Смотрите, давайте здесь иначе ставить вопрос. Еще раз подчеркиваю, для Украины есть приоритет номер один, и мы его придерживаемся. Мы наносим удары исключительно по оккупированной территории, разрушаем там инфраструктуру, оккупационную инфраструктуру России, включая Крым, и будем это делать. То есть для нас это главное. И, естественно, нас мало волнует, что будет происходить в России. Имеется в виду, как мало волнует? С военной точки зрения. Потому что качественное разрушение оккупационных войск в России на территории Украины приведет неизбежно к тому, что в России будут существенные хаотические процессы с проявлением бунтовских, революционных каких-то проявлений и так далее. Так вот, смотрите, но то, что говорят сегодня и публично, и не публично наши партнеры, они наконец-то не то, что говорят, можете наносить удары по территории России, нет, они говорят другое, они говорят о том, что является юридической аксиомой. Страна, которая ведет оборонительную войну,
она имеет право в рамках международного права уничтожать любые инструменты на любой территории государства-агрессора, если эти инструменты применяются для нанесения ущерба стране, которая защищается. Это является юридической аксиомой. То есть, грубо говоря, страна, которая защищает свою территорию, имеет право разрушать где угодно те инструменты, которые применяются для атаки на эту страну. То есть юридически, наконец-то, это очень важно. То есть понятно, что Украина оперирует другой логикой. Еще раз подчеркиваю, для нас важно разрушить всю инфраструктуру на оккупированных территориях, включая Крым. И мы сконцентрированы там практически на 100% своим ресурсом, дальнобойным в том числе, по этим территориям. Мы не атакуем территорию Российской Федерации. На территории Российской Федерации процессы принимают свой характер. То есть те же беспилотники, которые, например, работали по Московской области, напомню вам, это беспилотники малого радиуса действия. То есть они были выпущены, собственно, с территории России и, собственно, работали по территории России и использовали граждане России, которые, еще раз подчеркиваю, имеют альтернативное видение того, как Россия должна развиваться. Но очень важно, вы абсолютно правильно замечаете, что очень важно изменение вот этого, скажем так, глобального нарратива, то есть когда наконец-то вещи стали называть своими именами. Юридически любая обороняющаяся страна, которая не является инициатором войны и против которой ведут неспровоцированную, то есть, грубо говоря, у России не было ни мандата для ведения боевых действий, ни мотивов для ведения боевых действий, ни непосредственных причин для ведения боевых действий. Все это фикция. Так вот, в рамках этого, безусловно, общественное мнение, глобальное общественное мнение говорит правильно. Вы имеете право делать все, что считаете нужным на любой территории. Но вернусь, еще раз зафиксирую. Украина не атакует территорию России. Украина атакует исключительно объекты, военные объекты на территории оккупированной. Заявление Евгения Пригожина, которое связано с активностью министра обороны России Сергея Шойгу. Там Министерство обороны публикует разные кадры. И в частности, Пригожин обратил внимание на то, что российские бронемашины успешно расправлялись с танками с загнутыми стволами, то есть с комбайнами. Что известно об этом эпизоде и как вы вообще можете это прокомментировать? И следите ли вы за высказыванием Пригожина, который внутри вот этой всей катастрофической внутренней российской истории, кажется, стал выступать в роли такого внутреннего диссидента? Пригожин объективно намного глубже понимает природу войны, потому что он непосредственный участник ее. Он намного более объемно и рельефно понимает последствия этой войны. И, безусловно, он понимает, что Украина — это не какая-то там маленькая страна, которую можно было очень быстро завоевать. Это очень важно. И, естественно, его авторитет с точки зрения войны намного выше, чем авторитет вот этой организации под названием Минобороны, потому что Минобороны мне очень нравится. Минобороны Российской Федерации мне очень нравится, потому что они действительно настолько талантливы. И вот тут я перехожу к Джон Диру, да, к комбайнам, которые были уничтожены 52-ми вертолетами, да, К-52. Это феерическое как бы отображение реальной стоимости Министерства обороны Российской Федерации и качество той информационной работы, которая делает Министерство обороны Российской Федерации. Это наиболее анекдотичная организация, и пусть она такой остается. Теперь, что касается более важного вопроса, действительно, в России сейчас активно начинают формироваться позиции, стартовые позиции для будущего передела влияния в самой Российской Федерации. Несомненно, элита России в таком виде не сохранится. Несомненно, будут существенные изменения и количественного, и качественного состава этой элиты. Несомненно, Шойгу проиграет в любом случае. Несомненно, у Шойгу нет никаких шансов удержаться в рамках хоть какого-то чиновника влиятельного ранга. Безусловно, Пригожин сегодня пытается монетизировать, во-первых, свое участие в войне, во-вторых, актуализировать свою позицию как действительно человека, работающего с ультрапатриотическими пассионарными средами, а это будут наиболее активные среды, участвующие, имеется в виду социальные среды, участвующие во внутреннем переделе влияния. И сегодня Пригожин практически обеспечивает себе активную позицию для атаки на классические российские элиты. Делает это профессионально, системно и постепенно обнажает абсолютное отсутствие каких-либо перспективных планов у окружения Путина. То есть, по сути, Пригожин, атакуя Шойгу, на самом деле показывает никчемность Путина и его ближайшего окружения, как людей, которые не имеют никаких решений на данную кризисную ситуацию и действительно не будут предлагать обществу российскому ничего, кроме ожидания фатального конца. Тут очень важный аспект.
Я о нем всегда говорю. Смотрите, чем быстрее Россия сегодня, потому что не будет компромиссов с Россией, что бы Россия сегодня на разных площадках ни говорила. Чем быстрее Россия сможет осознать это, вывести свои войска до границ 91 года, тем больше шансов, что они пройдут вот этот этап обязательной смуты с меньшими потерями для элиты как таковой, которая сегодня относится к путинскому призыву. Чем дольше они будут затягивать войну, чем более разрушительными будут наступательные операции украинских вооруженных сил, тем более серьезными будут и юридические, и физические последствия для представителей путинского призыва. Вот и все. И Пригожин это практически прямо им сегодня говорит: переходите на сторону Пригожина, потому что он может уже сегодня инициировать, скажем так, внутреннюю дворцовую трансформацию. Но если абстрагироваться от всех преступлений, которые сделал Евгений Пригожин, и там понятно, что клейма негде ставить, но вот если с такой цинично-прагматичной логики, Украине выгодно то, что сейчас делает Пригожин в отношении путинских элит? Первое. Мы не будем абстрагировать Пригожина от тех преступлений. Для нас он абсолютный, скажем так, незамутненный преступник, который должен будет нести существенное наказание в любом виде за то, что он делал в Украине. И это не имеет ни сроков давности, ни иных моральных оценок, кроме абсолютного осуждения. Вторая составляющая не играет роли, что делает Пригожин, потому что это является, вернее, играет роль информационную для самой России, для нас, потому что это объективный процесс. Пригожин наиболее ярок в том, что в принципе будут делать и другие потенциальные игроки в ближайшее время. То есть по мере того, как Россия будет ослабевать, а она несомненно ослабевает, я чуть выше говорил о том, что она сейчас выглядит как несостоявшееся государство, и это будет нарастать, будут появляться другие инициативные центры, которые будут делать именно то же самое, что Пригожин. Просто Пригожину наиболее удобно это сегодня делать. Он был информационным агентом долгое время позитивного плана для российской элиты, потому что он, начиная с марта 2022 года, активно участвовал в войне и часто комментировал эту войну, на тот момент, напомню, в русле официальной пропагандистской линии Российской Федерации. Сейчас он, конечно же, сформировал уже свое русло, но тем не менее, вопрос не только в Пригожине. Подобных точек атаки на путинское окружение будет все больше, и эрозия политической элиты сегодня несомненно, и будут появляться другие альтернативные центры, которые будут так или иначе атаковать непосредственно не только Шойгу, там, Патрушева и всех остальных, но и непосредственно Путина. На мой взгляд, это очень важный третий аспект, Путин сегодня не сакрален даже для внутренних элит. Просто из-за того, что события разворачиваются так быстро, и, соответственно, не было никаких, скажем так, транзитивных планов, да, ну, запасных, альтернативных планов отработано, то сейчас элита, которая хотела бы, наверное, уже выйти из вот этой путинской неадекватности, ну, потому что он, понятно, демонстрирует полное непонимание того, что происходит и на фронте, и, в принципе, в мире и так далее, выйти, но у них нет заместительных вариантов, то есть, грубо говоря, альтернативных каких-то конструкций у них пока не наработано. Будут ли они наработаны или они не успеют это сделать, другой вопрос, можно обсуждать, но, тем не менее, сегодня в, вот скажем так, в определенных элитных кругах в России идут процессы обсуждения, как из этой ситуации выходить с наименьшими потерями. Вот вопрос, я его зачитаю. Анастасия, наша зрительница из Москвы, она спрашивает у вас, будет ли Украина бомбить Москву после всех зверств, которые она сделала Украине? У меня дети, я, к сожалению, живу в этом городе. Когда нам уезжать? С уважением, Анастасия. Уезжать нужно было до начала войны и, в принципе, в первые месяцы войны с точки зрения несолидарности с российским правящим режимом. Это другая была причина для уезда. Что касается, еще раз, позиции Украины, мы неоднократно на разных уровнях говорили, официально говорим, и сейчас я официально скажу, Украина не атакует Россию и не собирается атаковать, бомбить и так далее. Мы не атакуем гражданское население. Нигде и никогда. Мы ведем оборонительную войну. Для нас принципиальная задача — освободить территорию Украины, включая тот же Крым. И эта задача, по мере ее решения, а она, несомненно, будет решена, будет приводить к тому, что на территории России будут возникать стихийные партизанские движения, их будет очень много.
Почему? Потому что когда страна проигрывает войну, управление перестает работать, функционировать, потому что нету сакральности у этого управления, нету контроля над территориями. И начнут работать банды. В России будут классические бандформирования, которые будут пытаться на определенное время взять под контроль ту или иную территорию для того, чтобы потом легитимизироваться уже в статусе каких-то там официальных лиц и так далее. Это неизбежно для России, но это не украинский сценарий для России. Мы не собираемся бомбить те или иные города в России. Мы собираемся получить от России максимальный объем компенсаций в виде репараций многолетних. Мы попытаемся, и я думаю, что это будет успешно, получить множество различных юридических сроков для российской политической элиты, ну, грубо говоря, чтобы они сели на скамью подсудимых и получили пожизненные сроки. Мы попытаемся найти на территории России многих коллаборантов-предателей, ну, те, которые, собственно, содействовали вторжению России и максимальному геноциду украинского населения и так далее. У нас есть свой план. Мы попытаемся получить от России буферную зону, ну, то есть имеется в виду зону, скажем так, демилитаризации. Мы попытаемся получить международные конференции, на которых надо будет обсудить вопрос сокращения наступательных вооружений, ну, тех же ракетных вооружений Российской Федерации, для того, чтобы для Европы не существовало опасности такого типа, как сегодня Россия демонстрирует, атакуя центры городов. У нас есть своя работа, своя программа, она озвучена. Она четко зафиксирована в формуле мира президента Зеленского. Там есть пункт номер один. Выход на границы 91 года, и дальше нас это с военной точки зрения не волнует. И более того, еще раз скажу, я хочу, чтобы вы понимали, нам не нужно атаковать территорию России. Все процессы, которые вы сегодня видите в Белгородской области, в Курской, начинающейся в Брянской, те, которые в Подмосковье уже реализуются, это процессы внутреннего распада, внутреннего конфликта, внутреннего гниения. И, соответственно, удары по тем или иным населенным пунктам и так далее будут наносить, собственно, граждане России, а не Украина. Ну что ж, Михаил, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующего раза. Всего вам доброго и... До свидания. Мы продолжаем наш эфир и переходим к такой интерактивной части. Перед тем, как перейти к следующему эфиру, Михаил Шейтельман. Шейтельман по средам. У нас предстоит этот эфир буквально через 6-7, может быть, 10 минут. Ну, посмотрим, плюс-минус. Я сейчас обозначил этот временной срок. Вы тем временем можете, кстати, высказать свое мнение, поставить лайк, если еще не поставили. Не забывайте также подписываться на телеграм-канал Грэма в телеграме, соответственно, простите за тавтологию. Ссылка закреплена внизу под этим видео. Можете зайти, кликнуть и присоединиться. Ну и давайте сейчас выясним, какая у нас география. Старт дан. Сейчас у нас на связи Марупы, Латвия, Гродно. Так, какие еще города и страны сейчас отзовутся, узнаем в ближайшие секунды. Параллельно не забывайте ставить лайки, потому что это важно для алгоритмов Ютуба, чтобы видео и после того, как стрим закончится, рекомендовалось и не уходило в тень. Потому что, как мне кажется, получился такой важный подробный разговор. Михаил Подоляк был у нас на прямой связи. Мы еще отдельно это видео выставим на Ютубе, чтобы вы могли посмотреть уже как интервью такое отдельное. Наверное, сделаем это сегодня после того, как стрим закончится. Но пока смотрите в прямом эфире, мы продолжаем такой разговор в интерактивной части нашей программы. Поэтому я вижу, что у нас много городов, много стран с нами. Давайте еще пройду быстро, потому что уже много пропустил. Марупы, Гродно, Озерки, Нови Сад, Вена, Лимассол, Вильнюс, Витебск, Тула, Киев, Новосибирск, Москва, Сосновый Бор, Ленинградская область, Стокгольм, Барановичи, Псков, Саратов, Мордор, пишет Кристофер Робин на F-16, Рига, Мельбурн, Австралия здесь, Таганрог, Северо-Курильск, Бостон, Борисполь, Санкт-Петербург, Белореченск, Краснодарский край, Мельбурн, снова Киев, Гага, Нидерланды. Кстати, этот город звучит, конечно, в контексте всех событий с особым, как мне кажется, смысловым таким наполнением. Пермский край, Елова, Питер, Ростов-на-Дону, Италия, Рига, Орел. Так, еще пишут, да, тут еще с нами Израиль, Ариэль, Нью-Йорк-Сити, Орша, Беларусь, Одесса, Киев, Екатеринбург, Хабаровск, Краснодарский край, Ахтырка, Центральный федеральный округ России, Могилев, Австрия, Днепр, Львов, Севастополь, Кубань, Питтсбург, Калининград, Одесса, Екатеринбург, Сеул, Берлин в данный момент, Запорожье, Италия, Екатеринбург, Россия, Кострома,
Челябинск, Италия, Бонн, Германия, ну и другие города и страны. Ну что, на этом я думаю, что мы будем сегодня завершать эту часть нашего эфира. Буквально через несколько минут я вернусь в эту студию, и к нам присоединится Михаил Шейтельман в программе «Шейтельман по средам». Поэтому далеко не уходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас донатами. Ссылка закреплена внизу, внизу под чатом, можно там на нас подписаться. Я вижу, что у нас звонок, да? Ну давай, может быть, нет? Нет у нас звонка? Есть звонок. Ну давайте тогда, вот раз я уже начал прощаться, звонок появился, давайте его примем, и тогда уже завершим этот эфир, мы иногда так импровизируем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Вадим, меня зовут Украина, Бахмут. Да, слушаем вас. Уже опоздал. Да хотел задать подалеку вопрос, а уже с ним закончился эфир. А можно его на позже, если будет у вас эфир, чтобы задать ему этот вопрос? Да, я думаю, можно. А вы сейчас находитесь в Бахмуте непосредственно? Как там со связью? Не-не-не, я уехал. Я уехал. В Бахмуте связь есть. Я сегодня с Авиаром разговаривал. Связь есть. Там у меня знакомые еще остались. Связь есть там. А когда вы уехали, кстати? Там не везде, местами. Когда вы уехали? Я 3 месяца назад уехал. То есть там уже вовсю шли боевые действия? Вот, Да. А какая там была обстановка? Да, вот да. Просто поскольку вы дозвонились... Ой, херу, это... ребят, херу. Да, сорвался у нас звонок. Да, спасибо вам, Вадим, спасибо, что дозвонились до нашего эфира сегодня. Ну, вот такой звонок от жителя Бахмута, который вынужден был уехать из этого города. Ну, там мало что осталось, конечно, вот города. Фактически полностью он был разрушен. У нас еще есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Откуда вы и как вы? Алло. Здравствуйте. Я из Киева. Зовут Елена. Я, к сожалению, не успела на Бондаряка. Я ребенок укладывала. У меня сегодня был очень хороший звонок с Энергодара, который 35 лет проработал на Запорожской атомной станции. Очень тяжелое положение. Это не то, что там все... Ну, я человек, ну, я имею высшее образование техническое. Я немножечко понимаю, что мы пережили Чернобыль. Очень тяжелое состояние. То есть практически вода там на исходе. В озерах люди бегают, черпают воду, брают рыбу в Днепр. В общем, там очень тяжелое состояние, и люди, которые действительно знают, в общем, люди пытаются оттуда уехать с Энергодара. Там может быть действительно катастрофа. И, в общем, тот человек позвонил, действительно, я понимаю, что там «Спасайся, кто может» называется. Поэтому кто-то не примет, я не понимаю, что там сможет даже это случиться. Это серьезно, человек, который это понимает, это раз. А во-вторых, нам позвонили сегодня моя двоюродная сестра, она находится в оккупации. Вот, сказала, что очень ждем, потому что им не то, что там уже руки выкручивают, там просто не дают людям жить. Вообще не могу написать этот определенный пункт, он звучит у всех, но это, ну, чтобы не подставлять. Я к тому, что Украина борется, Украина старается, но, извините за выражение, слов нету, эти твари просто-напросто, знаете, бывает, что твари бывают в государстве, но это, по-моему, государство тварей, ну, я имею в виду руководство. Все, спасибо большое, что вы есть, спасибо, что вы нас поддерживаете. Вот. Но очень тяжелое положение на Запорожской атомной станции. Спасибо, всего, Елена. Всего вам доброго. Спасибо за ваш комментарий. Мы сделали вчера 2 эфира с физиками-ядерщиками, они там подробно объяснили, как это устроено, как работает, какие системы безопасности. Эти видео доступны, кстати, на нашем канале. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и потом вернемся в эфир вместе с Михаилом Шейтельманом. Шейтельман по средам уже готовится выйти к нам в прямой эфир. Так что не прощаюсь, до очень скорой встречи.